самолета нашим ребятам. Ну как? Да, отлично. Еще раз торговались. Да? То есть всю годовую? Да, примерно так. Заключили с несколькими сетями. Какие сети? Интернет-площадки. Вот, несколько. Вот. И сети красно-белый. С магнитом сейчас подписывается договор. Берете? Мы уже набрали. Вкусный, настоящий. Обалденно. Вот это... Мы приехали не только поторговать, а сколько показать себя, наш регион и непосредственно наш продукт. Пушкинская. Конечно, нам приятно то, что сегодня Московская мэрия и метрополитен идут навстречу. И даже вот через такие возможности доводят до людей, что мы есть, что мы не так далеко, на самом деле мы близко. Я считаю, что Дальний Восток развивается самым активным образом. Он просто далеко. Лететь далеко. Но вообще, даже сегодняшнее мероприятие, оно во многом для того, чтобы понять, что он никакой не дальний. Он родной и близкий. А вот лететь далеко, действительно, вы правы. В рамках нашей большой, огромной страны это возможность другим территориям приобщиться, так скажем, в целом Российской Федерации. Для того, чтобы понимать, насколько мы огромны и что на территории Дальнего Востока живут уже люди. Да, живут очень, даже, я бы сказал, неплохо. С огромными перспективами, с огромным потенциалом развития. Сегодняшнее мероприятие, оно первое. Я считаю, что оно должно быть, потому что первое. Люди, которые в Дальнем Востоке его позиционируют, они приезжают, делятся опытом. Люди в прямом общении узнают больше, делятся больше. Связь прервалась по каким-то причинам. У космонавта есть 10 часов, чтобы прожить. В открытом космосе, без интернета. Без интернета, да. То есть фактически можно залезть в скафандр и строить себе интернет-детокс? Ну, можно так сказать, да. Расскажите, нам много посмотрели через свою камеру? У меня 6 тысяч подписчиков. Пока я вижу 123 подключения. Но суббота утро, поэтому я думаю, что они еще догонят. Мы рады, что приняли участие в этой выставке. Это уникальная возможность показать москвичам, гостям столицы о том, чем живет, как развивается, как будет жить Амурская область. Ну и, конечно же, это возможность получить дальневосточный гектар прямо здесь. У нас на сегодняшний день выдано 11 гектаров. Прямо здесь? Да, прямо здесь. Ну, полчаса назад мы оформили гектар в Ивановском районе. Конечно, это немного, да, 11, но зато сколько людей прошло, сколько людей услышали, были интересные предложения о том, чем можно заниматься на гектаре, да, вплоть до того, чтобы делать теплицы и тому подобное, да. Мне кажется, вот цель выставки – это не в количестве выданных гектаров, а именно в том, чтобы рассказать о нашей области. У нас это получилось. Москвичи онлайн, вы знаете что-нибудь про Дальний Восток? Расскажите. Ничего не знаю, да? Они что-то молчат, они лениво завтракают брускеты с лососем. Такие, нет, мы ничего не знаем про Дальний Восток. Вообще нужно Москве знать о Дальнем Востоке? Я думаю, что да. Я думаю, что Москве вообще нужно знать про то, как живет остальная Россия, потому что, это очень важно.
Ну, потому что Москва — это вообще другая Россия, совершенно другой мир, и реально большое количество людей есть, которые не выезжали за пределы Москвы, ну, кроме, я не считаю, за границу, а именно за пределы Москвы в России, и они, ну, реально не представляют, как живет вся остальная Россия, они не видели ни разу, ну, то есть, вот мне реально стало интересно, что можно слетать на Сахалин за 22 тысячи рублей туда-обратно, там есть горнолыжка, там есть море, там есть крабы, и, ну, это, по сути, альтернатива той же Италии, да. Вот мне отвечают москвичи, которые уехали в Израиль, что они что-то слышали про Дальний Восток, но вот сейчас стало прям интересно. Кирилл, возвращайся, ты еще многого здесь не видел. Откроем с тобой стартап на Камчатке. Новомурская область сейчас стоит на стенде, Амурская область на Новомурской области. Я практически в Амурской области сейчас нахожусь, юридически. Спасибо вам большое. Да, спасибо и вам. До свидания. До свидания. Мы пошли есть. Поездки очень сложные, потому что, во-первых, сразу прилетаешь с самолета, сразу в бой. Много вопросов. Москва, его называют город одного дела, что очень пробки большие, добраться. Проблема эти. Но мы стараемся делать все максимально для того, чтобы договоренности с теми руководителями, от которых потом будет зависеть исполнительская дисциплина, тех же филиалов на местах, федеральные структуры все представлены здесь, конечно, требует большого внимания и кропотливой подготовки, потому что если ты будешь не подготовлен, выше уже не с кем будет разговаривать. То есть получается, ты подготовился, проговорили, тебя не так поняли, не те задачи поставили. Много рабочих встреч. Вот сейчас, допустим, заканчиваем здесь. И встреча с угольщиками, то, чтобы не подвели, грузили в январские праздники. Регион Дальнего Востока — это по сути окно, да, как бы в Азиатско-Тихоокеанский регион. И для нас, например, это, безусловно, как бы окно возможностей. Поэтому регионы надо развивать. Все программы, которые сейчас анонсируются, которые уже выполняются, уверен, что они будут помогать больше и большей степени развивать. Поэтому, я думаю, случится развитие, дальнейшее повышение уровня. По сравнению с другими регионами западными, мы гораздо развитее. Я люблю свою область, я люблю свой регион. Я считаю, что на самом деле вот мы гораздо впереди планеты всей других регионов. Первое, с чего мы сейчас начинаем, это запускаем отдельные программы развития, социального развития точек экономического роста на Дальнем Востоке. Последние два года мы видим, что порядка 10 тысяч молодых людей, которые учились в вузах за пределами ДВФО, сами дальневосточники, возвращаются работать в жизнь на Дальнем Востоке. Мы говорим о том, что надо сделать, но надо еще и сохранить то, что есть. Это тоже не менее важный вопрос. Сосредоточиться, сконцентрироваться на дошкольном, начально-школьном образовании, дать туда большие зарплаты, чтобы там были лучшие преподаватели. Для нас крайне интересно и, естественно, это приоритет для нас — развивать спортивную инфраструктуру, чтобы наши сборные, наш резерв мог, так сказать, начинать заниматься на Дальнем Востоке. Что подразумевается под словом развитие? У нас очень большие территории, и они мало заселены. Вот эта малозаселенность не дает возможность иметь нашим предпринимателям, нашим объектам Минздрава и иным такое же развитие, как это на Западе. Нам нужно больше людей, нам нужно больше производства, для того, чтобы больше было заселений. И как следствие подтянуть социальную инфраструктуру, потому что мы все прекрасно понимаем, социальную инфраструктуру будут вкладываться там, где живут больше, степени, ну, больше людей. Ну, при распределении денег всегда учитывается все-таки фактор населения. Для того, чтобы люди хотели сюда ехать, нужно дать достойную высокооплачиваемую работу, нужно дать качественные условия жизни. То есть дать социальную инфраструктуру, которая будет соответствовать тому, чтобы люди отсюда не уезжали, а когда они приезжают работать и зарабатывать достойную заработную плату, чтобы они могли не только ее заработать, но и качественно проводить время, чтобы как в свое время мои родители уехали строить БАМ, чтобы точно так же другие приезжали на Дальний Восток и строили те заводы и работали на этих заводах,
а их дети оставались и по-прежнему жили на Дальнем Востоке. Если это будет, значит Дальний Восток будет развиваться. На Дальнем Востоке очень большой, могучий потенциал развития, который благодаря политике президента страны, работе правительства Российской Федерации стал последовательно раскрываться во благо развития нашего Дальнего Востока и во благо развития всей страны. По магазинам ходите? Да, сегодня был в детском магазине, купил малышке Алисе подарок. Первая моя походка к папе. Не знаю, надежно или неудачно. Запутался. В размере? Ну все. Мальчик, девочка у вас? Мальчик. Мальчик, да? Нет, девочка. Папа хотел мальчик. Так, девочка или мальчик? Девочка. Девочка, все. Все папа хотят мальчика.